Ну он просто. Вот и все. Я туда вообще, не лезу. Да. Просто мне его уже присылать. Только быстренько, пока оно. Тут они просто опера УВДшные, хотят все быстрее. Парни, вам ключ. Нет, нет, там сколько денег? Там 5000-ные. Ну ты смотрел, ты держал их в руках-то. Они тебе в карман как попали? Сам положил, конечно. Что, можно там? Карманы тогда мне пол. Ага. Там еще мои деньги есть. Никто не оспаривает, что там твои деньги есть, наверное. Там отдельно было. С чем задержаны? Я возил ребят, как бы. Платили очень хорошо, говорили, что будут платить там, ну, большие суммами. И как бы вот сейчас привез их сюда. Ты знал, чем занимаются там? Ребята? Да. Догадывался. Расскажи, зачем приехал, с чем? Какой раз? Первый раз. И последний.